Вот пришел Егор, до этого снялся «Царь» у нас играл, да? Надо снять тоже, вот Уго, великолепный аккордеонист, он сыграл немецкий танец, да? Полька. Полька немецкая. Ну, а мы должны послушать и по слуху то же самое сыграть. Великолепный танец, «Грасиес», Уго, да? Что, ну, это наш учитель Уго. Давай, включай. Андрей, ты уже слышал? Включай. Андрей, ты уже это слушал и уже подобрал, вместе с царем играл. А теперь Егор пришел. Кто у нас там следующий с гулянием придет, тоже, наверное, будет играть сейчас. Правда, мне некогда, ухожу. Давай. Царь на аккордеоне. Сейчас царя надо позвать. Давай.